еще там что-то спрашивали, говорит, писали там, говорит, в деревнях все ели, пишут, в деревнях все ели. Говорят, в деревне, в деревнях-то все ели раньше. Ели? Да, сейчас, говорит, носом крутят, жиру бесятся. А что ели в деревнях? Ну все, говорит, все, что было, ну, сладкий хлеб, говорит, раньше был популярный. Не было такого, сладкий хлеб. Ты точно что-то заговариваешь. Нет, там просто спрашивали, ну вот серьезно, говорят, сладкий хлеб. Ну, Ну, в деревнях и хлеба раньше не было. После войны голодовка была такая, что желуди ели. а сладкий хлеб не ели? А, не было Не было такого? сладкого хлеба. Я говорю, желуди ели. Ходили в лес желуди, толкли потом и ели. Говорят, еще писали там. Крапиву рвали, борщ варили, вода и крапива. И хлебали. Говорят, три семерки, знаешь, раньше этот портвейн был. Ну, они пьют, три семерки, ну знаешь, да? Говорят, по всему Союзу было, больше нечего было пить. Говорят, вот плохо в СССР жилось, потому что не было выбора, и только три семерки были. Не знаю, три семерки никогда и не видела, и не знала три семерки, выдумки какие-то. Три семерки по всему Союзу, говорит, больше ничего не было. Не знаю. Такого и не было, три семерки никогда. Еще Водка московская всю жизнь была, московская. Вот это. только отдохнуть можно было в Бердянске. Там один поехал в Бердянск с одной дурой, и вот только там мог отдохнуть. Как это? Хороший курорт. Сейчас вот Лариска мне Петьку после Нового года позвонила, разговаривали долго. Говорит, взяла путевка на работу, и где мыло делают на ЗСК. Начальником цеха. Взяла путевку соцстраховскую за 10% и еду, говорить, отдыхать на курорт, подлечиться. Ну, чем плохо в Бердянске? Бердянск. Да чего это только? И в Кисловодск ездили раньше, и в Массандру ездили, куда только не ездили. Прям Бердянск. Это кто-то...